большому счету, борьба. Ну, давай прокомментируем то, что никоим образом не зависит от организаторов конно-спортивного турнира, тем более от нас с тобой. Погода очень хорошая. И вот, ты знаешь, по аналогии с прошлым годом мы хотим отметить, что как-то вот, ну, хорошо в этом плане, комфортно и участникам заездов и скачек, и тем, кто находится на трибунах. Да, ну наверняка с погодой нам сегодня повезло, потому как и нет дождя, и нет очень сильной жары, потому как у нас в течение последних недель в Уфе была такая... Такие погодные качели мы наблюдали. То у нас плюс 39 и изнывающая жара, и то у нас 15 градусов и дождь. Но вот сегодня такая приятная, по-настоящему летняя погода, хоть и солнышка нет, но приятно находиться на трибунах. Я думаю, что участникам тоже будет приятно выступать. А мы вместе с вами видим, что на ипподроме уже появились участники заезда на приз Павлина для лошадей старшего возраста рысистых пород. Еще раз напомню, дистанция 2400 метров. Представительный состав наездников, где большое количество мастеров наездников, людей с такими серьезными именами в конноспортивном мире. И, конечно, мы уже готовы в ближайшее время вас с ними с удовольствием. Да, но перед этим будет церемония награждения, которую мы тоже ждем, очень ждем, когда на сцене появятся участники скачки на приз реки Агидель и, собственно, те, кто будет их награждать. В данный момент проходит взвешивание, и поэтому мы наблюдаем за разминкой рысаков. Ну и давай расскажем о том, что приз Павлина, так называется, в честь знаменитого абсолютного рекордиста Павлина, сына Напора и Прохлады, который родился в 1968 году в Смоленском конном заводе, выступал жеребец под управлением выдающегося мастера-наездника Анатолия Петровича Крейдина. И вот именно в честь этой блестящей лошади, лошади-рекордсмена, и будет называться ближайший заезд. Да, действительно, Павлин очень хорошо известен для любителей бегов. Вот мы видим сейчас как раз малую сцену, где и будет проходить церемония награждения. Ну а сейчас на ваш экран Туфон под управлением Ильшата Леронча Махмутова, мастера-наездника. Готовится он под вторым номером выступить в следующем заезде. Ну и... Собственно, рядом с ним мы под третьим номером Санчес и мастер-наездник Александр Мышинец. Все готовятся. Да, мы вместе с вами пока. Ну, к слову, для тех, кто сегодня не присутствует на трибунах по новому задам, Бюро Советского Союза Игоря Кусимова, мы хотим отметить, что большое количество активностей всевозможных и для ваших детей, и для семей, которые позволяют приятно проводить время между скачками и заездами. И это уже информация для тех, кто, возможно, найдет время для того, чтобы посетить этап Тыры-Башкирия завтра. Приходите всей семьей в потрясающий праздник для любителей лошадей и для тех, кто еще не знает, как относиться к конному спорту, да, придете и поймете, что это ваше. Ну, как правило, так с 90% вероятностью.